Всем привет! С вами Имкосметик, и сегодня мы вам покажем полный обзор баз, топов и гель-лаков торговой марки Milk. Вся продукция гель-лаков Milk не имеет запаха, поэтому работать с ней очень комфортно. Начнем с базовых покрытий. У торговой марки Milk есть как прозрачные, так и камуфлирующие базовые покрытия. У баз особая текстура Milk Jelly. Она легко выравнивается и полимеризуется при любой толщине слоя. Густая база Milk Base Universal. Эта база отлично подойдет для хрупких, подвижных, поврежденных и слоящихся ногтей. Предотвращает отслойки и сколы. Имеет среднегустую консистенцию и при застывании образует эластичное покрытие, которое повторяет движение ногтевой пластины, предохраняя ее от внешних повреждений. У базы самовыравнивающаяся формула, поэтому с ней достаточно просто создать ровное покрытие. Жидкая база Milk Light Base. База Light имеет среднежидкую консистенцию. Формирует ровное прочное покрытие, идеальное для нормальных арочных и твердых ногтей. База защищает ноготь от внешних повреждений, обеспечивает усиленное сцепление с ногтевой пластиной и укрепляет ее. Особая формула базы позволяет выровнять и добиться идеального блика уже на тонком слое, не перегружая ногтевую пластину. База Hard. База имеет густую консистенцию и этим обеспечивает твердое прочное покрытие. Идеально подходит для укрепления тонких ослабленных ногтей, для выстраивания архитектуры длинных ногтей, а также для ремонта и до наращивания свободного края. Камуфлирующие базы достаточно комфортны в работе для мастеров любого уровня. Текстура баз гарантирует надежное сцепление покрытия с ногтевой пластиной и стойкий маникюр без отслоек и сколов до следующей коррекции. Гамма камуфлирующих оттенков очень приближена к естественному тону кожи. В линейке топов у торговой марки Milk есть классические топы и топы с эффектами, матовые и с шиммером. Топ Classic Glossy Effect. Топ Classic создает яркий глянцевый финиш, легко наносится и обеспечивает покрытию защиту от повреждений, сколов и царапин. Топ абсолютно прозрачный и не имеет цвета после полимеризации. Не желтит и не искажает оттенок гель-лака. Хорошо наносится и не тускнеет со временем. Топ Ультра Шайн без липкого слоя. Топ Ультра Шайн не образует липкого слоя. У него стойкий глянец с ярким бликом. Верхнее покрытие получается эластичным и защищает маникюр на всем протяжении носки. Не искажает оттенок гель-лака. Топ Старис с шиммером.
Топ Стари придает маникюру жемчужное сияние благодаря входящим в его состав мелким шиммерным частичкам. У него очень насыщенный глянец, придаст маникюру свежесть на протяжении всего времени носки. Топовое матовое покрытие для гель-лака с эффектом сатина. Матовый топ Milk Matte Top имеет приятный на ощупь сатиновый финиш, который сохраняется на протяжении всей носки. Хорошо сохраняет стойкость и не морается во время носки. Гель-лаки имеют уникальную кремовую формулу Milk Cream, которая самостоятельно распределяется по ногтевой пластине и обволакивает ее. Гель-лаки очень пигментированные, легко наносятся, не полосят и неплохо смотрятся даже в один слой. Это были гель-лаки Milk. Все ссылки на товары из этого видео вы найдете в описании. Если вы уже пользовались этой торговой маркой, напишите свой отзыв в комментарии к этому видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Всем пока!